Есть охрененные товары. Дик, приехали какие-то люди. Обстреляли ворота. Мы их не пустили, они уехали. Дерьмо. В какую сторону? Они поехали на запад, но не очень далеко. Устроили лагерь к северу от Иден-Хилл. Я думаю, что они еще вернутся. Прошу тебя, разберись. Ага, ладно. Да, я займусь. Спасибо, Дик. Эй, Дикон! Это еще зачем? Он сбежал с двумя мешками семян, Дик. Нам нужны эти семена. А черт. Надо узнать, продал он добычу или припрятал. Да уж, подкинула ты мне работенку. Ладно, я его найду. Конец связи. Ладно, где? Навык не растерял. А черт, вот он! Ну все, Линч, хватит уже! Нет-нет-нет, от меня не уйдешь! Передай реке и остальным пусть нахрен идут! Валимся, Джон! Наши куда? Все равно не уйдешь! Давай, давай! Иди к черту, Сэнджа! Нет, нет, стрелять в него нельзя! Дайся байк! Как же так, Линчман? Тебя что, плохо кормили в лагере? Пошел ты! Думал, просто убьешь пару человек и смоешься с нашим добром? Плевать, что куча людей умрет с голоду. Ты свое взял, и ладно? Отвали от меня, мразь! Эй, послушай меня. Рики пошлет за тобой людей. Ты расскажешь им, где спрятал зерно, и, может, они тебя просто пристрелят, а не повесят, к примеру. Как тебе такой расклад? Я вообще без понятия, о чем ты! Ну ладно, дело твое. Рики, я его поймал. Отправлю координаты. Пришли кого-нибудь, пусть заберут. Семена у него с собой? Не бросай меня! Нет, нет, я их не видел. Ладно, мы им займемся. Конец связи. Пока, Линчмен.
лень на дороге. Пару лет назад это была бы плохая идея. Да и сейчас плохая. Тут кто-то у ворот. Это Сент-Джон. Он свой. Рад тебя видеть, Дик. Бас? Вот, как новенький. Много топлива жрет, да? До встречи, Дик. Привет, Дик. Джо, слушай. Вчера я видел Бухаря. Он твой друг, да? То, что с ним случилось, просто жесть. Да, так и есть. Говорят, это упокоители. Ну, что это они с ним сделали? Да, упокоители. Слушай, давай не будем об этом говорить. А, ясно. Ага, пока, Дик. Привет, Дик. Как дела? Блэр, отлично выглядишь. Отлично. Ага, ладно. Ага. Ладно. О, хороший выбор. Ага. Заходи почаще. Эй, у меня для тебя дело. У тебя дело для меня? Да. К западу от моста, у берега, лежат дохлые фриканы. Так вот, их надо оттуда выудить и оттащить к кострам. Ясно? Дохлые фриканы? Да. Не, ты извини, я занят. Эй, я поручил тебе дело. Не знаю, что там Майк тебе наговорил, но у нас тут принято работать. Эй! Шиза, работу он уже получил. Так, ты тут вообще ни при чем. Так решил железный Майк. Я еду водище, и Дик едет со мной. Ясно? Ну, я ж говорил, я занят. Возвращайся, я буду ждать. Поехали? Куда? Тебе не пофиг. Куда ты меня ведешь? На север. Рики, у меня реально нет времени ни на Шиза, ни на тебя. Я тебе все покажу. Майк рассказал про твой план. Какой нахрен план? Ты хочешь замуровать входы в пещеры, чтобы остановить орды. Не факт, что их это остановит. Может, замедлит. Слушай, ты к чему ведешь-то? Да так. Я просто подумала, может, ты решил остаться. Я имею в виду не из-за Бухаря, а потому что хочешь помочь. Ты так подумала? Эй, и я в свое время за припасами гонял. Да, но этим все и ограничивалось. Даже не спорь. А теперь ты помогаешь Майку замуровать пещеры? Как мне на это реагировать? Сюда. У нас погиб человек, когда этот генератор отрубился. А с ним и аппарат искусственного дыхания. Искусственного дыхания? Охренеть. Народ, опомнитесь. Кто не в состоянии сам дышать, тот уже сдох. А был бы это Бухарь? Ну да, я так и думала.
Короче так, электричества у нас нет почти 2 года, но трансформаторы целы и линии тоже. По крайней мере, здесь. Я хочу поехать на север к электростанции, ну просто посмотреть, в чем там проблема. Так иди к Шиза и попроси себе охранника. Да не нужен мне охранник. Ты жил в тех местах, хорошо там ориентируешься. Ты ведь просил меня помочь, так? Теперь помоги мне. Черт. Вот и хорошо. Пойду возьму еще парней в помощи. Нет, без парней. Мы действуем тихо. Нарвемся на людей Коупленда, я договорюсь. Но в тех краях полным-полно упокоителей, ну и прочей всякой шушеры. Большой отряд привлечет ненужное внимание. Тихо. Руководить здесь буду я. Черт. Ладно, поехали. Слушай, хочу тебя спросить. Той ночью в лазарете... Прострелила бы я тебе башку? Нет. Правда? Судя по твоему взгляду, ты... Вывела бы наружу, а там бы уже стреляла. А, то есть ты просто не хотела бы забрызгать там все кровью? Ага, именно. Начнем пораньше, успеем вернуться засветло. Если только ничего не случится. Что может случиться? Ну, веди. Следуй по маршруту, который я отметил на карте. Там будут лагеря мародеров, их лучше объехать. Ага, поняла. А как ты здесь очутилась? Я никогда не спрашивал. Так же, как и все. Когда пошел замес, я была в 100 миль от дома. Когда я вернулась, там уже никого не было. Откуда ты родом? Я выросла недалеко от Портленда. Работала в городе, ночевала у друзей. На выходные домой. Жизнь в мегаполисе. Ну, таком, по меркам Орегона. И как там все было? В смысле, как ты оттуда выбралась? Не знаю, повезло, наверное. Все дороги на побережье были забиты. Одна большая парковка. В Лавитвелле была бойня. Все случилось так быстро, я сказала друзьям, надо уходить. Но они вряд ли послушали. Туда вроде сбросили атомную бомбу. На Портленд? Ну, я тоже слышала. Сомневаюсь, что это правда. Мы бы заметили последствия. Да. Так вы с Эдди... А ты против? Я? Да нет, я просто не знал. Мы ведь сколько уже знакомы. Видимо, просто не заходил разговор на эту тему. Я была как ты. Мне казалось, не знаю, что лучше держать дистанцию. Так проще выживать. Слушай, я вообще зря спросил, это не мое дело. Поэтому я и подалась в лагерь. Это шанс снова пожить нормальной жизнью. Ну, желаю удачи. У нас с Эдди ничего серьезного. А так и не скажешь. Ну, теперь жизнь движется быстро. Понимаешь, о чем я? Мне все равно. Хотел сказать кое-что. Валяй. Я признателен тебе за то, что ты за нас поручилась. Ну, с Бухарем. В смысле, перед Майком. Ого! Что-то ты размяк. Иди ты. Спасибо, я тебя еще не слышала. Ну, может, раньше и не было повода. Ну-ну. Слушай, а куда вы с Майком ездили? А он что, разве тебе не рассказал? Без него слова не вытянешь. Я Майка давно знаю и никогда не видела его таким, как сказать, подавленным. Так куда вы ездили? В Кэмп Шерман. Там же теперь фрик-шоу. Да, но у нас не было выбора. Я предложил ему замуровать входы в пещеры, чтобы орды не могли пройти. Он знал, где горно-отводная контора. Мы взяли там карты, он выяснит, где хранится взрывчатка. У тебя рация сбоит. Мне послышалось, что ты вызвался помочь. Ну, я же поехал с тобой. О, господи. Ты просто не хотел идти на болото. Ладно, раскусила. Так что случилось? Было ведь что-то. Ничего, ничего не случилось. Он ничего не сказал? Короче, ничего не случилось. И Майк ничего не сказал. Сама говорила, из него лишний раз слова не вытянешь. Мы подъезжаем. У ворот сбавь скорость. Мы не знаем, кто там живет или что. Ага.
чисто. А ты ожидал проблем? Я их всегда ожидаю. Если они будут, нам крышка. Ладно, идем. Хочу проверить выходной поток. Куда ты идешь? Сюда. О, нет, нет, нет. Так не должно быть. Воды должно вытекать больше. Отсюда. Да? Да, а еще слышишь? Что? Что? Вот именно. Если бы турбины работали, даже отсюда было бы слышно гудение. Что произошло? Что? А. Да, то же, что со всеми мостами. Умные люди в военной форме решили, что если взорвать их, орды не смогут пройти. А, орды беженцев или орды фриков? Ну, для таких, как Оупленд. Что те, что другие. Ладно, пойдем. Надо кое-что глянуть. Ладно. Иди, потрогай. Чего? Ну, что чувствуешь? Ничего. Именно. Если бы вода текла, турбины бы вибрировали. Идем. Нам сюда. Надо подняться на самый верх. Ну, веди. Видишь трубы? Это напорный водовод. Вода из хранилища под напором стекает вниз по этим трубам. А дальше вся мощь потока поступает непосредственно на лопасти турбин. Откуда ты все это знаешь? У меня два старших брата все время возились с машинами вместе с папой. Он устроил меня в Боинг, когда мне было 17. Я училась на заочном, хотела стать инженером-механиком, а потом началось это. Ты их больше не видела? Отца? Братьев? Нет. Давай, пошли. Так, сейчас разберемся. Ну, будет весело. И что теперь? Так, погоди, а что ты делаешь? Мы не так давно общаемся, но за все это время ты ни разу не вызвался что-то сделать. А кто-то должен прочистить отверстие. И это я. А ты можешь постоять и посмотреть. Ну ладно. Короче, погнали. Да, тут все загажено. Но я, наверное, смогу очистить. Ты сбегай вниз к турбине. Посмотри, она хоть вибрирует. Ничего. Так, стоп. Есть движение. Да, сработало. Ха-ха-ха-ха. Ты чуешь вибрацию? Да, но электричества все равно нет. Что? Ну вот, а я хотела легко отделаться. Ладно, проверим трансформаторы. А твой отец и братья, что?
Что с ними стало? Не знаю. Когда я ехала домой, я много раз им набирала. Все время было занято. Когда я добралась до дома, никого не было, как и во всем квартале. Везде были листовки, приказ об эвакуации. Я поехала в ближайший лагерь беженцев, но его разгромили. Все погибли. Там повсюду были фрики. Рики, я сочувствую. Ну, это было давно. Вот эти подают ток на линии, идущие на юг. Есть идея, в чем проблема? Не, без понятия. Ладно. Ну, может, в распределительных щитках что-то коротнуло. Пошли посмотрим. Ага. Ладно. А чем тебя допек Шиза? Ты ему прям будто в глотку готова вцепиться. Мы тут как-то с Эдди застукали его за окном хижины, когда мы мылись. Что? Он подглядывает? Сказала, еще раз поймаю, я ему докажу, что у меня ствол больше. Господи. Знаешь, раз там была Эдди, он, скорее всего, пялился не на тебя. Еле удержала. Она хотела его кастрировать. Не зли женщину, у которой всегда под рукой скальпель. Эй, подсади меня. Ладно. Давай. Вот. Я открыла ворота. Пойдем, щиток должен быть здесь, рядом. О, господи, что это за вонь? Гнезда фриков. Судя по запаху, их тут много. Держись рядом. Сколько у тебя молотовых? Достаточно. Так, помнишь, как делаем? Ты поджигаешь, я их выношу. Давно это было, но я помню. Сейчас зажжем. Вот они! Ага. Еще один трофей. О. Здесь еще одно. Зажигай. Ты готова? О, да. Живая? Да. Эти ребята совсем не любят гостей. Их можно понять. Ну, пусть привыкают. С сегодняшнего дня это собственность лагеря Лослей. Власть народа. Ага. Проверим распределительные щиты и валим. Ну все, ты готов? Ага. Ладно. Есть! Хьюстон, у нас есть ток. Неплохо. Все благодаря тебе. Так, теперь надо чем-то подпереть дверь. Не очень-то мне хотелось бы таскаться сюда каждый месяц. Через месяц ты еще не свалишь? Что?
Нет, не знаю. Ну что это за человек? Да я просто прикалываюсь. Почему ты спросил про моего отца и братьев? Не знаю, ты просто никогда раньше о них не говорила, и я... Слушай, извини, если я тебя... Если ты не хотела затрагивать эту тему. Да ладно. Кстати, знаешь, я тоже хотела тебя спросить. Еще тогда, водище. Рики, Рики, не сейчас. Спросишь потом. Что? Эй, почему это? Давай не будем время терять. Ты не спросил, почему я свалила от вас с Бухарем. А что, должен был? Я так и знал, Майк мозги запудрил. О, Рики, вот это надо делать сейчас? Мы держались вместе... сколько? Пару месяцев? Ну, хватит. Ладно. Короче, однажды ночью, я хорошо это помню, шел снег, и, в общем, Бухарь храпел. Ну, ты знаешь, как он храпит. Я боялась, он приманит к нам ну орду. Да, храпит он знатно. В общем, ты думал, что все спят, и, как всегда, сидел снаружи в одиночестве. И на что-то смотрел. Ты всю ночь не спал. Покажи мне фотку. Пожалуйста. Тогда я поняла. И что ты поняла? Что я не хочу вот так. Как многие из нас, не хочу жить прошлым или бежать от него. Я... Лично я хочу смотреть вперед. Вперед, а не назад. Ни хрена ты не поняла. Ясно? Пригнись. Это точно они? У него знак на спине. Мы из лагеря Lost Lake. У нас перемирие. Это было гениально. Может, повторить? Просто... Не высовывайся. Я тоже драться умею. Да? Как остальные лагерные? Лагерные? Иди. Что-то вы далековато от дома собрались. Вот гады. Проваливайте обратно в Iron Butte, уроды! В ту нору, откуда выползли! На севере! Вам же нельзя далеко отходить от вашего Карлоса! Давайте мы пустим вам кровь и бросим подыхать!
то-то все фрики обрадуются! Вы же этого хотите? Закатитесь вы все к черту! Ну что, покорились? Довольно, а? Кажется, это последний. Может, и я их еще никогда не видела. Чем они так обдолбались? Не знаю. Я раньше видал торчков, которые так себя вели. По-моему, они были под фенциклидином, или как там оно еще называется. А, точно, соли. Перед эпидемией как раз пошла мода на эту хреноту. Ну да. Пойдем глянем, что там с нашими байками. Ты че, реально думаешь, что эти ублюдки будут соблюдать договор? Я не знаю. Слушай, да после того, что они сделали с Бухарем и с Лизой, которая... Что? Один из них сжимал это в руке. В чем дело? Вы что, с ними как-то столкнулись? Вы с Бухарем до того, как ты украл антибиотики? Ну, я не знаю, но чем бы я не обидел Карлоса, если он мне теперь попадется, я точно сделаю что-нибудь похуже. Ладно, поехали. Так, поедем вдоль проводов на юг. К трансформаторам. Надо их осмотреть. Ладно, показывай дорогу. Может, не надо? Как ты попал в мотоклуб? Долго рассказывать. Так нам и ехать долго. Я служил в 10-м горном полку. В передовом соединении. Работали с Северным альянсом. Я не знала, что ты был в армии. Как тебя? Ты будешь слушать или нет? Извини. Ну, короче, мы наступали на Мазари-Шариф. Нарвались на засаду. Нас встретили отряды Талибана, которые двигались в другую сторону. Они были на грузовиках, на которых стояли модифицированные зенитки ЗУ-23. Крупный калибр. Да, очень крупный. Наш джип взорвался. Упал с обрыва прямо в реку Хари. Ты представляешь, как трудно утонуть в Афганистане? Очень трудно. Это, считай, одна сплошная пустыня. Меня выбросило из машины. Когда пришел в себя... Джип лежал на дне вверх колесами. Я поплыл к нему искать уцелевших. Вытащил на берег тело. И потом еще 7 тел. К тому времени, когда я вытащил Теннера, моего сержанта, меня уже накрыло. И когда я вернулся домой, не знаю, купил байк, провел пару лет в разъездах, просто перебирался с места на место. Фервелл, ты же в этих краях вырос, да? Да, да. Короче, когда я решил здесь осесть, я устроился на работу в мастерскую, которой заправлял один старикан, Джек. У него был свой мотоклуб. И, в общем, президент, так мы его звали, лично вручил мне нашивки. Подожди, Бухарь про него рассказывал. Его, кажется, потом посадили. Случилась одна неприятная хрень, и он взял вину на себя. Как я понимаю, вы тесно дружили? Давай-ка вернемся утром. Ты прихватишь с собой инструменты и закончим с этим делом. Днем будет меньше фриков. Без горячего душа? Ладно, хочу тебе кое-что показать. Рики, давай не сегодня. Ну, ты же у нас эксперт по фрикам. А я покажу тебе то, чего ты не знаешь. Все равно мы уже сюда приехали. Черт, ладно. Вперед. Можно тебя спросить? Господи, ну вот опять. Может, не надо? Ради чего вы?
что продолжаем. Почему вы до сих пор носите цвета? Ты и Буха. Но вы же не пытаетесь никого завербовать и не отстаиваете территорию? Нет. Пара ребят, с которыми я работала на заводе, носили цвета по выходным. Я как-то спросила их об этом, и они сказали, что это типа как посыл нахер. Полиции, правительству и вообще всем властям. А против чего бунтуешь ты? Против того, что осталось. Мы носим их просто потому, что носим. Чего ты хочешь? Не знаю, как Бухари, а я не пытаюсь никому ничего доказать. Просто цвета — часть меня. Я много дурацких поступков совершил, но мотоклуб, скажем так, это один из немногих эпизодов, о которых я не жалею. Рики, что мы здесь делаем? Я видел поезда смерти Неро и Орды тоже. Я знаю. Это другое. Чё за хит? Смотри. Я сюда несколько раз приходила. Днем они сидят в тех старых ангарах, а ночью выползают вот так дружно, как по звонку. А утром уходят назад и что, засыпают? И ты не заглянула проверить? Ага. Нет, как-то сунулась ближе, чем стоило, так за мной погнался целый десяток. Это же как осиное гнездо. Ладно, пошли отсюда, уже темнеет. Ладно. Короче, на днях я кое-что видел, и ты ни за что не поверишь. Ты хочешь мне рассказать? Ну, я слушаю. Погоди, дай угадаю. Ты видел вертолет Неро. Так, а ты откуда знаешь? Их уже много раз тут видели, по всей округе. Черт. А тебе какое дело? Они не будут нам помогать. Говорят, они стреляют без предупреждения. Мне дела нет. А походу какое-то есть. Эй, где тебя носило весь день? И тебе тоже привет. Шиза сказал, что вы с Диконом куда-то уехали. Я волновалась. Эдди, я устала, ясно? Зашибись. Слушай, Дик, спасибо. Ну, когда соберешься чинить трансформатор, дай знать. Я тут рядом. Ага. Ну, знаешь. Что на тебя нашло? Нет, нет, это на тебя что нашло. Да говорю же, устала я. И все. Ладно, извини. Я весь день волновалась. Ты никогда не уезжаешь, ничего не сказав. Ну да. И это все? Я вот все думаю про фриков. Они боль чувствуют? Или хоть что-нибудь? Черт, не знаю.
целый день потерян. О, вот досада. На болото идти уже поздно. Какая жалость, да, Шиза? Шиза, Шиза, к слову, Шиза. А он-то чем весь день занимался, черт. Это, наверное, ну, байкер. Часто его вижу. Чем могу помочь? Как дела, Зенни? Байк жрет нехило. Пока. Я могу помочь? Дик, у нас проблема. Я здесь, Такер. Что? Помнишь, Алкай говорил, что мы обнаружили упокоителей, и они идут сюда? Да, сказал, что не пытался их остановить. Ну, мы видели их возле Hot Springs. Пара человек проследили за ними. У них лагерь в скалах к югу от Twin Craters. Чёртовы упокоители. Не переживай, я разберусь. У меня с ними свои счеты. Счеты? Это ты о чем? Да так, неважно. Привет, Рики. Ты кого-нибудь за ним послала? Ага. Он внезапно стал очень сговорчивым. Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед фриками и предложили: расскажи, где зерно, или оставайся тут. Да уж, странно. Знаешь, я бросил бы его гнить там. Ну, сам знаешь, что Железный Майк сказал бы. Да-да-да, знаю. Пока, Рики. Линча. Да, Майк, я его нашел. Спасибо, что не убил его. Мы проведем разбирательство, у него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. Жаль, у Кэмпбелла и Рида такого шанса не будет. Ничего, там будет кому за них высказаться. И у нас есть свидетели. Мы всегда так поступаем, Дик. Дайте его мне, и через 5 минут получите признание. Спасибо. Мы лучше сами. Конец связи. Долбанные упокоители. Полезли к моему другу. Я всех ублюдков перебью. Попали! Хочешь упокоиться? Сейчас помогу! Долбанные упокоители, вы отсюда живыми не уйдете! Где этот козел Гаус, а? Он тебя прислал! Оружие к бою! Вон! Люди! Сжечь руку моему другу? Упокойся, сволочь! Ну давай, сволочь! Давай! Упокойся с миром, сволота! Как тебя зовут, козлина? Хочу знать, кого убиваю. Thank you.
Давай! Возвращаемся! Я найден. Такер, слышишь? Можешь насчет лагеря упокоителей не волноваться. Я его зачистил, всех до единого убрал. Неплохо. Похоже, это дело для тебя было личное. Элкай передавал мне слухи, что упокоители охотятся на бешеных псов. Скажем так, не с тем парнем они связались. Отбой. Канистра. Рики, слышишь? Я тут отскочу ненадолго. Надо, чтобы ты меня отмазала, а то Шиза начнет волноваться, чего это я не дежурю по болоту. Ну, слышу. Так о чем была речь? Ну, слышу. А что такое? Да бухай тут. Да бухарь тут, не знаю, депра у него прям реальная. У Эдди спроси. А я вроде придумал, чем его порадовать. А что придумал-то? Да, наверное, сгоняю к нашей берлоге на гору Олири. Пригоню ему его байк. А пешком недалековато будет? А я что-нибудь придумаю. Так ты меня отмажешь? Ну да. Спасибо. Конец связи. Хорошо. Дик, ты слышишь?
Меня сегодня выпустили из лазарета. Эдди сказала, не может больше терпеть мое нытье. Да, это в ее духе. Как рука? Ну как, 50 на 50. Извини, ампутанский юмор. Но если серьезно, вот веришь, я как будто до сих пор ее чувствую. Это называется фантомные боли. Да, Эдди так и сказала. Паршиво это. Я чувствую боль в суставах. Как после долгой поездки, когда рука немеет. Хочу размять ладони. Ну ладно, я пойду. Меня на огород послали. Надо отработать боль утоляющие, которые Эдди мне дает. До связи. До связи. Прости, Дик, не сразу узнала. Эй, Дик! Твой байк можно улучшить. Водище всегда нужно топливо. Жизнь намада. План пока, Дик. Дикон Сент-Джон. Ну, как жизнь, Дэймон? Это тебе точно нужно. Фрики побоятся с тобой связываться. Одно улучшение — готово. Класс. Стоящая вещь. Я могу предложить еще что-нибудь. Больше ничего? Неплохо. Хорошо. Ну, увидимся. Сент-Джон, у меня к тебе дело. Коуп. Ты же хочешь, чтобы Мэнни починил твой байк? Есть только один способ. Ходить для вас на вылазки. Ладно, я понял. Мне надо, чтобы ты разделался с лагерем мародеров возле тех погорелых хижин вдоль шоссе Каскейд. Знаешь, где это? Да, знаю. Спрашивай, если что. Привет, Дик. Как там жизнь в Водище? Джейзи, ну, как тут мой любимый партнер поживает? А, Дик, сейчас открою. Эй, Дика! Эй, Дэймон, как торговля оружием? Черт, снайпер! Не будешь стрелять по номадам. Одна!
кого потеряли? Что тут у нас? Вот ты где. Коуп, я отправляюсь в лагерь номадов на трассе. Что ты еще о них знаешь? Почти ничего. Во время одной из вылазок они подобрались к нам слишком близко. Я отправил человека разобраться. Он не вернулся. Ты кого-то отправил на поиски? Ага. Парня по имени Дикон Сент-Джо. Конец связи. Это мне нужно. Посмотрим поближе. Ну, куда? Есть. Это здесь. Смотрим. Я на верном пути. Расскажи нам то, что мы хотим знать. Да ну! Совсем ничего не знаешь? Ваши вылазки! Где вы берете всякое дерьмо для своего лагеря? Говори! Я не знаю. Это чего? А ничего нового. Так же... Лагерь! Кого там? Коупленда? Сколько там людей? В лагере! Сколько? Сколько? Я не знаю. Все назад! Получай! Хватит! Слышь, заткнись, я тебя освобожу. Что? Что? Ты не... Я от Коупленда. Вставай. О, Господи, спасибо, спасибо. Давай уже. Увязали за нами во время вылазки. Я не знал, что делать. Помолчи, бежать можешь? Что? Да, да. Так беги. Ну? Спасибо. Я скажу Коупленду, ты меня спас. Или нет?
Коуп, я нашел твоего человека. Он жив? Еле-еле. Идет к вам на своих двоих. Вышли кого-нибудь навстречу. Хорошо. Спасибо, Сент-Джон. Конец связи. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик. Как дела, брат? Как всегда. Ты все гоняешься за вертолетами? Ага. Так чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все, как у Брайана сказал. Нара проводит полевые исследования и изучает фриков. Зачем, не знаю. Черт, мне надо идти. Заходил Шизо, сказал, сегодня буду разгребать дерьмо. Пусть сам дерьма поест. Да, я ему передам. Эй, смотри-ка сюда. Ни хрена себе. Ты вернулся за моим байком? Ну, просто не оставлять же его Коупу. Блин, Дик. Ну, я пригнал его ради запчастей. Тебе-то он явно не понадобится. Черт. Спасибо. Как же я скучаю. По свободе дороги. Твою ж мать. Дик, Эдди просила передать, она заплатила ребятам, чтобы они сгоняли за твоим байком. Забери у механиков. Забрать что? И не благодари. Конец связи. Даже не представляю, с чего тут начать. Черт. Не знаешь, как починить?